Носят ли магаданцы маски в общественном транспорте? Сотрудники комитета по работе с хозяйствующими субъектами проверили, как жители областного центра следуют предписаниям Роспотребнадзора. Напомним, теперь работают новые правила посещения общественных мест. Каждому человеку нужно использовать средства индивидуальной защиты. Мы просим вас в общественных местах, в общественном транспорте, вообще, где есть какое-то скопление людей посторонних, всегда надевайте маски. С сегодняшнего дня, я хочу подчеркнуть этот момент, вступило в действие распоряжение Роспотребнадзора, которое дополнительно к тем законодательным актам, которые уже были приняты, регулирует ограничительные меры. Поэтому везде рекомендуется носить маски, перчатки, пользоваться антисептиками. Пожалуйста, соблюдайте эти требования. Также по распоряжению Роспотребнадзора с 11 вечера до 6 утра будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Кроме того, усилят режим дезинфекции. По словам специалистов, мониторинг показал, что магаданцы – граждане сознательные. В автобусах почти все пассажиры использовали средства индивидуальной защиты. А по словам специалистов, люди, которые соблюдают масочный режим, заражаются реже.